Привет, друзья! Снова с вами я, Антон Поляков, и сегодня мой очередной рассказ о нашем винном предложении. Друзья, сегодня я хотел бы вам рассказать еще нашей одной винной позиции. Это Феца, компания Каберне Совиньон 2017 года. Что примечательно об этом производителе, Барни Феца в 68 году в Калифорнии организовал первую свою винодельню. Его лозунг был такой, что винограду нужна отличная земля, а вину нужен отличный виноград. Если обратите внимание, на бутылке изображен трактор, зеленое поле, абсолютно экологически чистое вино от компании Феца США, Калифорния. Это красное сухое вино, вот такого темно-рубинового цвета, с очень таким мягким, ровным ароматом. Замечательный вкус. Темной спелой вишни с нотками пряностей. Очень хорошее, качественное вино. В обычный день оно стоит у нас 1620 рублей за бутылку и 270 рублей за бокал. Винный понедельник минус 25% скидки. По промокоду Антон Поляков 15% скидки. Отлично подойдет к нашим блюдам из мяса, стейком. Поэтому, друзья, приходите. Ждем вас в ресторане «Разливочный цех». Пока-пока. Чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Будьте счастливы и здоровы.